Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Добро пожаловать на канал Страйкера, посвященный прохождению ваших любимых игр. Кроме того, здесь я знакомлю вас со старыми и даже древними играми, но сегодня я решил записать для вас специально видео по относительно современным играм, таким как Fallout 3. Вот. Начинал я свое знакомство с миром Fallout в начале нулевых, играя в первую очередь первую и вторую часть. Больше всего мне полюбилась вторая, так как там давалось на выполнение главные задачи неограниченное количество времени. Да, неограниченное количество времени давалось, и можно было как следует потратить больше времени на исследование этого мира. Ну, разве что Хакунин, шаман родного племени Роя, часто умирающим и слабым голосом скулил о том, что деревня умирает, и надо бы поспешить с находкой Гэг, собственно, для чего избранного и послали в путь дорогу, снарядили, да, чтобы он нашел этот генератор эдемских куч компактный. Ну, кто играл, тот знает. Этот приборчик, который позволяет на фоне полного отсутствия жизни воссоздать, собственно, жизнь. То есть на месте выжженных земель появятся цветущие сады и так далее. Вот. Мы обязательно коснемся, а может и пройдем вместе с вами первые две части, но позже. Итак, давайте расскажу о сюжете игры. Действие данной игры происходит в постапокалиптическом мире спустя 200 лет после ядерной войны между Америкой и Китаем за обладание Аляской. Можно найти информацию в третьей части о том, как началась война. С чего она началась? Вот, собственно, вот с этого и началось. Вот. И было построено несколько бункеров. Множество бункеров, в которых укрылись люди. Ученые, простые люди, которые... Но только те, кому повезло, кто был включен в программу Voltec по заселению и контролю убежищ. Каждому убежищу был назначен свой смотритель, который контролирует убежище. Чтобы там не возникало никаких беспорядков, все выполняли определенные нормы и придерживались этих норм, этих правил. Вот. И не восставали против своих руководителей. Остальных на поверхности ждала лишь смерть. Либо от облучения радиации, либо от лап мутантов и других представителей вырожденцев, которые мутировали благодаря воздействию губительной радиации. Некоторых просто радиация убивала наповал,
а кто-то превращался, скажем, те же волки, медведи, они выродились в нечто более зловещее и ужасное. Но таким образом они приспособились к губительному воздействию радиации. Таким образом они смогли выжить, стали более опасными. Так, наша история начинается в одном из убежищ под номером 101, где в один из судьбоносных дней рождается ребенок, которому предстоит изменить ход истории израненного войной мира. Впрочем, так начиналась история и в предыдущих частях серии, где обычный человек, выходец из убежища или воин одного племени, становится избранным для священной миссии, которая важна для всего человечества. Ну, собственно, это классическая тема для многих игр и фильмов. А теперь от предисловий мы приступим к игре. Начинаем. Вот. Мне кажется, все четко.